прогуливаемся в центре Москвы. Сейчас идем через мост по Софийской набережной. Вот такие вот домики. Впереди собор на Красной площади. Там виднеется, по-моему, ГУМ или ЦУМ, я их вечно путаю. Вот такая вот красота. Такой вот мостик. Там вот красота, крашеные деревья виднеются. Гуляем. Поймала себя на мысли, сколько в Москве я не живу, ни разу вот так вот не гуляла по улочкам. Если куда-то едем, то конкретно едем в какое-то место и все. А так, чтобы именно просто прогуляться, надо будет исправлять ситуацию. В Москве очень много классных улочек таких. Я вот оттуда шла и вспомнила даже, как я гуляла по Питеру. Тоже много похожих зданий между собой. Какая красота. Ага, это мы проходим в Зарядье. Парк Зарядье. Впереди Красная площадь. Красота, одним словом. Красота. Сколько раз не ездила тут на машине, а так, чтобы пешком, вот типа впервые. Всем хорошего дня. Подписывайтесь, ставьте лайки.